вторник в Самарской области пасмурно, пройдет дождь, 9-11, тепла днем, ночью 5-7, выше 0, ветер северный 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя, днем плюс 10, ночью плюс 7, северный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, дождь, днем плюс 11, ночью 7, выше 0, северо-западный 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь, плюс 11, в дневное время ночью плюс 7, северный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 71%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.